Сосед, дело у меня к тебе. Ты же как-то оформлял документы в госрегистре на новый сарай, который ты построил. Мне вот тоже надо оформить документы на свой гараж. Не знаю, куда мне идти, то ли в госрегистр, то ли в архитектуру. Есть у них там какой-то порядок? Да, я же почти полгода оформлял эти документы. Ой, сколько бегал, то не в тот орган обратился, то точку не там поставил, то справку не донес. Там, знаешь, у каждого свой порядок. Нет четкого единого порядка. Теперь порядок есть. 19 мая вступил в силу новый закон об основах административной деятельности и административных процедурах. По этому закону все государственные органы действуют как единый организм, по единым правилам, процедурам и принципам. Теперь государственный орган обязан принять любое заявление гражданина, даже если оно составлено с ошибками, и помочь оформить это заявление. Вот это хорошо. А то недавно мать ходила в соцфонд пенсию оформлять. Заявление оставила, а через месяц ей говорят, мол, неправильно написали и вернули. Теперь она вновь по кругу бегает. Было бы хорошо, если бы еще и сроки какие-то были. А то одну справку месяцами ждешь. И эта проблема решена. По новому закону возврат заявления граждан по формальным ошибкам недопустим. Государственные органы обязаны в течение 3 рабочих дней известить заявителя о выявленных формальных ошибках и предоставить 10 рабочих дней для их устранения. В целом заявления граждан должны рассматриваться в максимально сжатые сроки, не более 30 рабочих дней. Теперь по новому закону государственные органы обязаны взаимодействовать между собой для удобства граждан и более эффективного оказания госуслуг. Если вы принесли свое заявление не в тот орган, то сотрудники этого органа не имеют права отказать в его принятии, они обязаны сами направить ваше заявление в компетентный государственный орган. Получил я ответ с очередной отпиской, а я не согласен с их решением по моему вопросу. И что теперь? Чтобы добиться правды, мне нужно идти в суд, что ли? Это раньше решения чиновников обжаловались в большинстве случаев в суде. Теперь новый закон устанавливает обязательный досудебный порядок обжалования решений госорганов, что позволяет гражданам разрешить все спорные вопросы в самом госоргане, либо вышестоящем, не прибегая к более сложному судебному обжалованию. В последующем, если гражданин не удовлетворен досудебным обжалованием, то он может обратиться в суд. Суд отныне – крайняя мера. Слышал, сосед? Теперь закон на нашей стороне. Знайте свои права. Государственные органы должны работать в интересах общества и каждого лица. Закон Кыргызской Республики об основах административной деятельности и административных процедурах. Узнайте больше на сайте Министерства юстиции Кыргызской Республики.